Торговый павильон, призывающий рекламными плакатами похрустеть печеньем, демонтируют. Хозяева объекта в переулке Спартанский 2 выполняют законные требования представителей городских властей. Аккуратно, без спешки, чтобы сохранить материалы и обшивку, разбирают павильон, выносят мебель и продукты. Работают бригады. В ином случае павильон разобрали бы и вывезли специалисты управления муниципального контроля на спецплощадку. Нарушение в этом случае – установка торгового объекта без разрешения и вне списка дислокации мест торговли. Нарушение выявили в ходе ежедневного мониторинга и проверок. На земельном участке, не приспособленном для установки торговых павильонов либо магазинов, собственником был возведен торговый павильон. Администрации муниципального образования города Анапа был подан иск в Анапский городской суд с требованием о сносе данного строения. Городским судом было принято решение о сносе. Требования закона нарушители выполнили и демонтировали торговую точку в курортном Витязеве. Проверки продолжаются в городе и сельских населенных пунктах. В центре внимания основания размещения коммерческих объектов и соблюдения целевого назначения земельных участков под ними.